Инспектор группы ювенальной полиции Ерлан Айткенов разъясняет учащимся 4-х классов 17-й школы, как правильно нужно переходить проезжую часть дороги. Для этого все участники учебной практики вышли на дорогу. Вся эта работа проводится в рамках акции «Внимание, дети», которая обычно стартует во время учебы. За 8 месяцев 2016 года с участием детей было совершено 11 дорожно-транспортных происшествий. Из них один со смертельным исходом. Поэтому 7 дорожно-транспортных происшествий произошло из-за участия детей, которые неправильно переходили дорогу. В это время мы ежегодно проводим с детьми начальных классов беседы и тренинги. Юные инспектора школы, стоя на остановке, напоминали пассажирам автобусов, как важно для собственной же безопасности переходить дорогу в положенном месте. Как рассказали сами учащиеся, правилам дорожного движения они обучаются на классных воспитательных часах. У нас проводится на классном часу предмет ДТП. На нем мы проводим перекрестки, на нем мы проходим, какие виды бывают перекрестков, столько метров надо остановиться до того, как дойдешь до перехода, как правильно переходить дорогу. Мне понравилось, как мы переходили дорогу. Я узнала, что надо не бежать через дорогу, иди спокойно. Запомнить основы дорожной грамоты как раз легче с помощью игры и вот таких наглядных примеров. Теория в таком виде запоминается быстрее, соглашаются как учителя, так и учащиеся. Проведением подобных мероприятий инспекторами преследуется цель предотвращения дорожно-транспортного травматизма.